Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим коаксиальную акустическую систему от компании Kenwood, модель KFC-E1365. Акустика размером 13 см, двухполосная. Поставляется она в фирменной упаковке. Внутри у нас находится сама акустика. Также есть гарантийный талон, инструкция небольшая. Вот. Так, давайте комплектацию рассмотрим. Так, внутри провода подключения динамиков есть. Саморезы и металлические пластины для крепления. Вот. Ну и сами динамики. Динамики идут размером 13 см с защитными сеточками. Также второй динамик. Вот. Номинальная мощность таких динамиков составляет 30 Вт, пиковая 250. Двухполосная, как мы видим, диффузор из полипропилена. Вот. Магнит ферритовый идет, корзина из стали. Подключается по стандартному подключению, то есть плюсовая и минусовая клемма. Вот, по сопротивлению здесь идет 4 Ома сопротивления, чувствительность 91 дБ. Посадочная глубина монтажная 43,5 мм. Вот так вот все выглядит. Дополнительная характеристика и стоимость такого комплекта акустики вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.